И надеюсь, я прошу тебя, прошу Всевышнего, пусть каждый ребенок, который будет проходить здесь мимо, задумается, посмотрев на это, задумается, и на его подсознании заложится, что война может привести к тому, что пуль, любому человеку на войне может прилететь пуля, разорвет ему, искалечит его. Чтобы любой ребенок, чтобы многие дети, которые здесь будут ходить, они задумались об этом. Пожалуйста, помоги, помоги, прошу тебя, я просто молю, чтобы не было, чтобы они не отказались идти на войну ради чьих-то денег, ради чьих-то выгод этих капиталистов. Пожалуйста, умоляю, сделай так, чтобы они... Помоги мне, прошу, защити меня. Вон уже стоят там, вызывают милицию. Я это нарисовал для того, чтобы не было войны. Чтобы не было войны. Чтобы дети посмотрели и не шли на войну. Я это нарисовал для того, чтобы дети, посмотревшие на этот рисунок, когда им скажут «иди на войну», они знали, что пуля разрывная может попасть в лицо и разорвать лицо, и он останется навсегда инвалидом, и несчастные его родители будут. Я не вандал никакой, я никакой не вандал. Меня за это ругали, поносили, я заболел, и у меня теперь хронический кашель. Я там рисовал пейзажи добрые, мелками. А его сразу оторвут. Я бы наклеил, если бы у меня был. У меня только мелки есть. Мелками я пытаюсь рисовать, но меня за это могут наказать. Я художник Александр Алёнин. Если бы кто-нибудь был на моей стороне, я один пытаюсь что-то сделать.